Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в God of War Восхождение. И мы движемся вперед. В предыдущей серии мы попали в этот заброшенный город. Нам нужно побороть свои видения. Пока что могу сказать, что здесь все очень плохо. И среди прочего, крайне поганые враги. Но справляемся. Да. Налетели в начале серии. Я бы психанул, но мне жалко энергии на них. Так, а что это такое? Что это нам дает? В игре все очень хорошо, именно в плане вот всяких декораций. Все очень с любовью, от души, с большой фантазией. Такое больше не увидишь вообще нигде. При этом это сделано именно с графической точки зрения. Очень круто. То есть ничего не торчат углы. Все выглядит так, как в принципе и должно. Будь это все в разрешении, скажем, Full HD, графики нареканий вообще никаких бы не было. В принципе. Пока что единственное, что портит картинку, это, собственно, то, что это очередная мыльная игра с PlayStation 3. Но в остальном это просто прекрасно. Так, надо валить. Так, чувствую, что-то сейчас будет. Горки, трамплинчики, это мы любим. Ну, вперед. Окей. Это было резко. Как понос. Как и все в этой игре, в принципе. Так, а что же нам там делать? Я думаю, что он туда уставился. Оказывается, мне нужно двигаться еще. Блин, все скользкое такое. Блин, ну как круто все сделано. Затишье. Очередное затишье. Кстати, в предыдущей серии в конце я заметил развилку. Я так не понял, что было на второй стороне. Пометался маленько, но в итоге выбрал один из путей. Интересно, что же было на втором? Просто секретик или действительно? Возьми лед Посейдона и найдешь свой путь. Лед? Запросто. Это должно быть интересно. Лед Посейдона примораживает врагов к месту, позволяет дышать под водой. Замораживание противников приносит большие красные сферы. Окей. Ненавижу этих тварей. Тихо. Дай им, дай волю, они так и размашут тебя по полной программе, пока шевелиться не перестанешь. Так, что я делаю? Я хочу попробовать замораживание, но у меня же энергия еще не наполнена. Давай что-нибудь, как-нибудь. Все, пошел процесс. Да, если бы они еще так больно не стучали. Иди сюда, родные. Ох, пипец. Ну, давай уже. Блин, враги серьезно начали уже как-то допекать.
Вполне возможно, что и убьют, потому что смотри, что делают. Да. Так, все. Это называется отпустил на секунду джойстик. Фу. Это было непросто. Я тут провел, наверное, минут 10. Я уж подумал, возможно, тут нужно сделать что-то особенное. Оказалось, на нас тут покидали орду монстров. Хорошо. Меня этот момент маленько выбесил, поэтому я чуть-чуть поболчу. Нельзя так делать. Блин, сволочи. Ну, сколько можно? Я просто не понимал, все ли я правильно делаю, неправильно ли я что-то делаю. Оказалось, тупо надо было бить монстров. Монстры нападают в таких количествах, что даже неприлично говорить. В итоге, за эти 5 минут последней попытки я убил монстров, наверное, 50. Ничего. Ох, ладно, в общем, такие дела. Не самый лучший момент. В принципе, и God of War 3 были такие же. То есть, это натуральное провисание. Я их называю тупые моменты. Помните, там вот эти вот кубы, и на кубах драки были. Это тоже было довольно тупо. Ну, в принципе, ладно, этой игре можно простить. И я, пожалуй, таки прощу. Я думаю, за игру встретится еще момент 3-4 таких. В остальном же она вырезана как яйца кота. Ух ты. Прикольно. Я так понимаю, мы на Олимп, что ли? Да, круто. Я не совсем понимаю, что происходит, куда мы идем, но ладно. Больше всего мне напоминает это Shadow of the Colossus. Помните, там подвольного колосса была такая же платформа подъемная. Вообще в играх много общего, но при этом они очень далеки друг от друга. Так, я так понимаю, что мы сейчас будем дергать за рычаг, и эта змея будет подниматься к самому верху. Окей. Или нет? Так, хорошо. Видимо, мы просто будем тупо ползти наверх, что тоже по-своему неплохо. Потому что, по крайней мере, не нужно будет бояться, что с этой змеей будет что-то не так. Странный механизм. И что он вообще делает в Древней Греции, конечно, непонятно, но ладно. Это же все-таки мрачная фэнтези. Почему бы и нет? Запись в дневнике Искателя Оракула. Ее слишком хорошо охраняют эти яростные змеи, но я справлюсь с ними. Мне нужно увидеть Оракула. Хорошо. Копье. Я им так и не воспользовался. И эти коконы, я так понимаю, обиталище фейсхагеров. Ну, то есть этих тварей, которые нападают на голову и рвут. Лучше сразу избавимся от этой пакости. Ну и нафиг. Нет, это какие-то яйца ящеров.
Хорошо, сдохла вроде. Блин, не убегай. Эти хвост должен оторвать. Больной человек, больной. Хорошо, давайте мне увеличение. О, теперь чуть-чуть поживее будет. А то с этими баранами драться было, ну, очень сложно с таким количеством жизней. А с другой стороны, такие битвы закаляют. Я чувствую, что я за последние 5 минут начал играть гораздо более хорошо. Потому что мне пришлось не просто долбить по кнопкам, уворачиваться. Стараться ударить, при этом отскочить самому. До этого я просто бил в щи. Блин, красиво тут все. Химера. Опять ты. Старый знакомый. На лаве, родные. Тихо. Так, все, копии кончились. Спокойно. Неприятно. Так, давай мы тебе что-нибудь отрубим. Иди сюда. Допустим, хвост. Приятно увидеть старых знакомых, да? Так, теперь это у нас в первую очередь лев. Это уже посерьезнее, я смотрю. Спокойно. Дом психованный. Видимо, за хвост обиделся. Давайте еще что-нибудь срубим. Что, не нравится? Давай третий. Ох, офигенно. Блин, как я это люблю. Игра переабилитировалась за тот тупой момент, который был только что. Чё, козырь один остался? Вот сейчас бы нам булава не помешала. Тихо. Блин, неприятный гад. Ну, после барашка из Dark Souls, это, конечно, просто смешной противник. Там была химера, как вы помните. Гораздо более неприятная. Так, ну что, давай. Сейчас шашлик будем делать, учи. О, давай, голова, давай. О, хорошо. Все, готов. Это было круто. Но это один в один бой с третьей части. Даже добивание было такое же, я помню. Я не жалуюсь, то есть это один из самых запоминающихся боев был. Просто такой вот факт. Так, хорошо. И что мы делаем? Мостик вытягиваем, что ли, сюда? Или что? Интересно, она заблочится на этом? Мне, я так чувствую, нужно будет со всех трех направлений. Или нет?
что-то происходит. Ну, Пакс летит. Так, на шаг вперед и назад. Что-то не так. Ого, нам явно сюда. Фух, круто. Я так чувствую, мы сейчас с горки кататься будем. Ладно, очки, кстати говоря, надо будет, ой, не та кнопка, надо будет прокачать что-нибудь. Так, артефактов у нас пока особо нет, пламя Ареса не хочу качать, лед Посейдона, способности еще сколько, а вот клинки я, пожалуй, прокачаю еще на 5000. Окей, треугольник, 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 квадрат, понятно. Круто. Что-то как-то не особо. Ну ладно, потом разберемся. Поехали. Так, что-то мы тормознули как-то. Полезли, гады. Ненавижу. Отдащи сюда. Давай. Я так и знал. Временами здесь с обычными рядовыми бойцами драться сложнее, чем с боссами. Потому что врагов много, и, что характерно, твои атаки не отменяют их удары. То есть канцела не происходит, поэтому... Несмотря на то, что ты их бьешь, ты постоянно получаешь оплеухи. Это не очень круто. Отдай сюда. Да ты посмотри. Да, блин. Какая неприятная гадина. Так, ну сначала с тобой. Кто бы там что ни говорил. Иди сюда. Все, отдыхать. Я надеюсь, больше не полезет этих гадин. Полезли опять. Пока что, в принципе, рутина. Я не такие сложные, как могли бы быть. Приехали. И что у нас тут? А, наружу. Ну ладно. Такое хитрое сплетение, что я даже заблудился маленько. Есть ощущение, что мне на ту змею. Но, видимо, нет. Видимо, нужно прыгать. Змеи просто прикольные. Их прям хочется потрогать. Эту чешую. Так, а это что такое? Зевс. Святилище Зевса. Молния Зевса для тех, чьи глаза могут видеть. Ну, это про меня.
Бейте врагов электричеством со всей ослепительной мощью громовержца. Убийство врагов с его помощью приносит синие сферы. Круто, чё. Сейчас мы востоком пошарашим. Опять толпы врагов, наверное, будут. Ну да. Тихо. Вот эти с молотом, это вообще нехорошо. Парочку исполнили. Еще столько же набежало. Давай, давай, давай. Комбо уже под 109, изверг написано. Нормально. Хорошо. Видите, я бы не научился их так шинковать, если бы не предыдущий затянутый бой, где я много раз погиб. Так что это дало свои плоды. Давай, родной, проскинем мозгами. Хорошо. Устроили. Я думаю, они сами не рады уже. Да сдохнешь ты уже, нет? Ну, хорошо. Фух, вот это было дело. Так, мы можем менять стихии, понятно. Электричество мне пока понравилось больше всего. Холод вообще что-то какой-то никакой. Может, кому-то понравился, но не мне. Так, а это у нас очередная запись. Оракул поможет мне, она узрит истину. От нее я узнаю, что нужно делать. Так, окей, почти пришли, я так понимаю. Управление очень удобно, на удивление. Временами, конечно, можно пожаловаться на неотзывчивость кнопок во время проведения атак. И, скорее всего, это просто мои кривые пальцы. Просто мне так показалось временами. По большей части нареканий вообще никаких. Просто она хочет что-то сделать. В этот момент начинаю бить враги. Обыдный случай. Ох. Вот это прикол. Если она сейчас сюда повернется. Так. Казалось бы, Кратос, да? Тут прям паркур и тому подобное. Ой, чуть не упал. Так, а поехали дальше. Нормально. Но все сложнее становится. Ой, понятно. Тут нужно было прыгнуть наверх. Упали. Начинаем много погибать, кстати говоря. В принципе, это не так сложно.
Просто я, похоже, подуставать начинаю. Игра на самом деле очень сильно выматывает, на удивление. Казалось бы, сидишь, отдыхаешь, но при этом она, в отличие от каких-нибудь квестов, именно грузит. В ней ты постоянно находишься в напряжении. И буквально там через пару часиков уже начинает гудеть голова, потому что все время нужно быть внимательным, осторожным. Это как при игре в файтинге. Если кто-нибудь более-менее профессионально увлекался файтингами, не поймет. Что ж вы делаете? Вашу ж мать. Да, ты посмотри. Вот еще собаки только не хватало. Да, выжгло качественно. Хорошо. Потихоньку разберем, пока воздух. Это сам верняк с ними, насколько я понял. Все, разобрали. Опять полезли. Как мы там выдали комбо, да? У нас 100 с лишним ударов. Это было круто. Да ты посмотри, полезли. Фух, пошли дальше. Чё? А, вон, понял. Кто-то там напевает что-то. Так, ну сейчас поднимемся доверху, и я думаю, на сегодня будем прекращать. Потому что, в принципе, впечатлений уже хватит. Я навоевался. Там дальше уже в следующей серии посмотрим, к чему это все приведет. Повторюсь, сюжета как такового на протяжении последних 2 часов особо не замечено. Но при этом потрясает своей постановкой и размахом все это действие. Так, мне что-нибудь нужно делать? Ого. Нормально. Спокойно. Сядем, усе. Блин, не ту кнопку нажал. Да, подуставать уже начинаю. Короче, это капец какой-то творится. Но это очень круто. Давай. Странная бабайка какая-то. Ой, не ту кнопку нажал. Фу, короче, мне нужен передых. Поэтому сейчас мы их все-таки убьем. И я пойду посплю, поплачу в подушку после такого объема кровищи, вылитого на экран. И вы, соответственно, тоже. Хорошо. Вот это нормально. Фу, офигеть. Куда мы попали опять? Оно врежется сейчас, нет? А нет, все пошло по плану. Отлично. Нужно снова подняться туда наверх и запитать, похоже, вторую. Потом третью. И таким образом мы попадем в этот храм. Ну, ладно. Какие вопросы? Но всем этим мы займемся в следующей серии.
Игрушка, на мой взгляд, ну не шедевр, конечно, до шедевра и далеко, но очень и очень качественная. В принципе, тут все сделано именно как надо, за исключением некоторых моментов в боевке, которые сами по себе довольно-таки плоские, непроработанные. В остальном все довольно круто. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.